Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Евгения Ружьева. Я представляю компанию Милант, производитель колбасных изделий. Расскажите, пожалуйста, где вы базируетесь, где ваше производство, все очень интересно. Базируемся мы в Московской области, это город Хотьково, Сергиево-Посадский район. Производство маленькое, компактное, производим зельцы, холодцы, заливные, вот такой вот категорию. Как продолжить общение дальше, я уже не знаю, потому что уже почувствовал этот прекрасный вкус. Скажите, пожалуйста, сколько наименований, где вы берете сырье, все очень интересно. У нас небольшая матрица, порядка 17 SKU. Сырье мы закупаем у ведущих российских агрохолдингов, поскольку у нас достаточно объемное производство. Вот. Мы работаем со всеми федеральными сетями, крупными, и поставляем по всей территории России. Замечательно. Скажите, вы были спикером на нашей деловой сессии. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы поднимались? Может, были какие-то жаркие споры? Вы как производитель, может быть, с ритейлерами где-то закусились? Ну, мы еще не успели. Может быть, еще предстоит. А так интересно было послушать категорийный менеджмент, поднимали такие интересные вопросы. Ну, я думаю, что здесь еще есть где работать в направлении и для поставщиков, и для ритейла. А вообще, конечно, очень интересно, сейчас начинается коллаборация такая поставщиков, производителей вместе с сетями, и поставщики сырья, то есть начинают подключаться. Очень интересные такие перемещения, обмен ролями, как бы, ну и коллаборация такая интересная очень. Мы очень надеемся, что в следующем году вы на нашей выставке поделитесь уже готовым алгоритмом, как все это в итоге работает и насколько наш рынок изменился и при этом, наверное, стал удобнее для всех. С большим удовольствием. Все, что знаю, расскажу. Спасибо большое. И вам спасибо.